«Лучшее предприятие розничной торговли 2013». Так назывался конкурс, призером которого стал супермаркет «Европа» на Стаханова, 36. В течение 3 месяцев Управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области оценивало конкурсантов по целому ряду критериев. Рассматривались результаты публичной экспертизы, фото и видеоматериалы, а также информационно-аналитические наблюдения с выездом на место. От 1-го места в профсоревновании «Супермаркет Европа-27» отделили всего несколько сотых балла. А тут есть все. От детского питания и заканчивая там мясом, часто скидки бывают на мясную продукцию. Нравится, что есть новые виды продуктов, хочется их попробовать. В торговом зале супермаркета богатый ассортимент товаров, более 22 тысяч наименований, а также продукция цеха собственного производства, выпечка и готовые салаты, мясная кулинария и полуфабрикаты. Все это на территории более чем в 1500 квадратных метров. Я часто здесь клиент. Спокойно не могу пройти мимо хлебобулочных изделий и молочной продукции, тоже большой выбор. Свежие морепродукты, цены доступные. Обслуживание хорошее на кассах. Я доволен. И всем, кстати, рекомендую сюда обращаться. Мнение простых покупателей и профессиональная оценка деятельности супермаркета «Европа-27» совпадают не случайно. Призер областного конкурса «Лучшее предприятие розничной торговли 2013» постоянно подтверждает свой высокий статус, применяет в работе современные технологии, эффективные формы и методы торговли, повышает профессиональный уровень персонала. «Европа» на Стаханова, 36, одна из лучших.